Если ему лагает и крашит, значит какой-то читер сел ему на хвост из открытой сессии. То есть, куда бы я его ни пригласил, он приводит с собой читер, а читер портит всем игру. Если он даже и не читер, но он своим присутствием может портить всем игру. Я играю не один, я не хочу, чтобы всем настроение портилось из-за какого-то читера, даже если это не он. Я даже не знаю, кто он, первый раз о нем слышу, хотя я тоже ноунейм, вообще меня никто не знает. Какой-то там знаменитый, не знаю, блогер и так далее. Просто играю ради удовольствия, все. Паша, а ты так вылетел? Пролетел на перепозиции сейчас, слышишь? Это раз там... Трупа просто еще, а сейчас я там нормально. Кстати, какой-то баг в колесе есть, я только что застрял там. Там нужны эти невидимые антенны, эти как их, потому что время видно. Не, я не в антенне застрял. Что-то другое было. Куда так улетели? Он и сюда зашел. А кто у нас такой лайфхакер на третьем месте? Танкист. Перепрыгнул по платформе. Игра вылетела. Надеюсь, это не софтвер. Я очень надеюсь, что сегодня что-то с GTA. Почему-то она у всех вылетает сегодня. Прям вылетает игра так, что на, сразу на рабочий стол, понимаешь? Бывало так, давным-давно такого уже не было.
Капец, он кис только что лоханулся. Летел меня обогнать и прям перед чекпоинтом упал. Вот танкист. Человек целеустремлен. Обратно.